я окончила Вагановскую школу, меня пригласили на дебют в Большой театр. Я дебютировала в «Лебедином озере», танцевала Адетту Адилию. После вот этого дебютного спектакля мне предложили работать в Большом театре. Это была такая неожиданность и такое величайшее счастье. Я даже предположить не могла, что так все круто повернется в моей жизни. Я всегда старалась идти от музыки. Тогда легко. Когда душа поет, то и танец твой льется. Мне очень повезло в творческом отношении, потому что в театр пришел Юрий Николаевич Григорович. Я и по сей день благодарна судьбе, что я танцевала его спектакли. Я помню, 64-й год, Юрий Николаевич говорит: ты будешь танцевать Махмене Бану. Эта роль потрясающая, необыкновенной красоты. Первое, первое, первое. Еще разочек. Раз и два. Раз и два. Двойной. И повернемся. А сейчас я передаю свой опыт молодому поколению. Я веду в театре класс. Класс у меня большой. Профессия очень сложная, но я всегда чувствовала, что я могу преподавать. Стоять! Поза. Продолжение меня, что ли, на сцене. Все, чем я богата, чем я владею, я стараюсь передать им.